Уважаемые главы государств, дамы и господа, дорогие друзья, рад всех вас приветствовать на заседании в формате Outreach BRICS Plus. Такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал и дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами. Напомню, что в прошлом году на встрече в Йоханнесбурге были приглашены главы многих африканских государств и руководители ключевых региональных организаций. А в этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяет общая история жизни в едином государстве. Здесь присутствуют также руководители государств, проявляющих заинтересованность в налаживании более тесного партнерства с БРИКС и даже рассматривающих в перспективе возможность членства в объединении, и стран, возглавляющих в настоящее время ведущие многосторонние структуры. То есть у нас за общим столом представлены государства Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Согласно предлагаемой повестке, мы рассмотрим наиболее волнующие мировое сообщество вопросы. Это и устойчивое развитие, искоренение бедности, адаптация к изменению климата, обмен технологиями и знаниями и борьба с терроризмом, трансграничной преступностью. Естественно, особое внимание уделим вопросам мирного урегулирования конфликтов. В том числе, разумеется, поговорим и серьезно поговорим об обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Членам БРИКС крайне важно обсудить все эти темы с единомышленниками из стран глобального Юга и Востока. Все наши государства разделяют схожие устремления, ценности, видение нового демократического миропорядка, отражающего все культурно-цивилизационное многообразие, и убеждены, что в основе такого миропорядка должны лежать универсальные принципы уважения законных интересов и суверенного выбора стран и народов, соблюдение международного права и настрой на взаимовыгодное честное сотрудничество.